Рал, блядь, у меня. Так, ладно. Все, этот. Открываем как есть. Вон, смотрим. У тебя форж. Ну вот лежит. А этим нет, этим. Не открыть? Нет, там уже зубчики. Какая разница? Нет, нет, да? Закрыл. 14 ноября сегодня, да? Красный день календаря. Почему красный? А, сегодня Виталик так. Ну да. Отдыхает. Отдыхает. Да. Вот это ножик. Сразу видно, блин. Что-то по-странному как-то. Да. Это сентябрьский. Октябрьский. Сенаж. В октябре самый последний мотали. Что видео есть. Т-25, как я косил, говорю, у меня такого сена не было. Как мы эту отаву, там один клевер был. Я боюсь, единственное, что он, может быть, зеленый, не заквасился. И суховатый мы первую пачку мотали. Суховатый был. Ну, даже таким ножом Виталик не может открыть. Ай-яй-яй-яй-яй. Конечно, откроем, нахуй. Зубами будешь грызть. Ну, как я и говорил, я вон снизу вижу, что он сухой, не заквасивший. Такой. Сено больше, замотанное в рулон. Ну, сейчас посмотрим, что там по плесени. Хотя, чем сырее, то есть ближе к силосу, тем его лучше едят. А вот этот весь сухой сено, он не сеном воняет и не поймешь чем, в общем. Ну снимай, как этот-то. Как его называют-то, Виталь? Я вот и снимаю, гандон. А, во-во-во, Виталик сразу понял. Ага, ага. Ага. Ну он не допилил, на. Виталь, куда ты пошел-то? Где? Взад. Да вон, смотри, сзади, блядь, там пятно. О, очухался, блядь. Не перепилить, да? Может, бензопилой это? Ага. Самое главное, подсказывать вовремя, да? Ну вот он сколько? Октябрь, полтора месяца пролежал. Ну дал. Да. Ничего не заквасился. Не заквасился, ему еще. Да ему не он и не заквасится, он сухой. Сухой, да. Вон. Сено. Да, сплошное. Такое мотали. Такое вон и осталось. Ну, хуже его едят, ну. Это тоже неплохо, правильно? Сейчас посмотрим. Да что, они его в легкую. Не плесени, ничего нет. Вот открыл при всех. То есть без специально, без клеек, без всего. Показываю. Что он вышел. Камера, конечно, меньше передает, но тут просто зеленое сено. А хуже, не хуже, Виталь? Да нет. По сравнению, что в этом году сено. Ну, такой, я говорю, он полусено, полусенаж. Такой запах у него. Не поймешь, какой. Вон уже ждут прихода, Виталь. Вот такой вот сенаж вышел. Ага. На базу, бля. Французский ножик. Вон пятно. Как лежало внизу, вот столько влаги. Да. И все. Сейчас. Ты тогда всем, наверное, раздай, да? А я что, пойду сейчас чайку попью? Потом обед, послеобеденный сон. Ну давай. Ну и тогда до завтра, да? Да.
Не, надо резьбу сегодня нарезать на лонжероне. Ладно.